справа от меня шахматные часы. Они стоят на 3 минуты. Сейчас я их включу. Время пошло. А теперь объясняю, в чем смысл и зачем нам часы. Этим роликом мы на YouTube-канале «Шнеевис Борис» открываем, можно сказать, школу, которая будет называться «Три минуты правды про стройку». «Три минуты правды о стройке». Почему три минуты? Ну, во-первых, чтобы было лаконично и сжато, и не сильно вас утомлять. Это будут разные темы, касаемые там экономики, техники, безопасности, качества работ, ну и просто организации производства. Во-вторых, чтобы самому себе какую-то границу, которая заставлять будет говорить меня быстро и стараться более содержательно. А сама идея была мне подсказана стихотворением моего любимого поэта Евгения Евтушенко. У него есть такое стихотворение, которое прям так и называется «Три минуты правды». Но оно не про стройку, оно про революцию. Оно посвящено кубинскому революционеру Мансана, который погиб за революцию. В конце этого стихотворения там есть такие строки у Евгения Евтушенко. «Я обращаюсь к молодежи мира, когда в стране какой-то правит ложь, когда газеты врут неутомимо. Ты помни про Мансану, молодежь, так надо жить, не развлекаться праздно, идти на смерть, забыв покой, уют, но говорить. Хоть три минуты правду, хоть три минуты, пусть потом убьют». Но эти строки были про революцию. А я написал, пародируя Евтушенко, про стройку. У меня такие строки. «Я обращаюсь к нашим инженерам, когда на стройке у тебя бардак, и нету сил прибегнуть к крайним мерам, то в гору дело не пойдет никак. Так надо жить по СНИПам и по ГОСТам, нести по жизни этот тяжкий груз, но правду говорить, хоть это так непросто, хоть три минуты, потом уволят, пусть». Ну, будем считать, вот это такое наше с вами вступление. Вот часы мне напоминают, что три минуты заканчивается. Ну вот первые три минуты вступительное слово. До новых встреч!